Меня всегда интересовали слова Александра Пушкина о том, что слово поэта – это есть его дело. Мы часто думаем, что вот пишущий человек написал, и это осталось где-то там на слипшихся страницах книги или тетрадки, или где-то в ящике лежит. Об этом Михаил Федорович Булгаков размышлял, как живет рукопись, горит она, каким огнем. И, собственно говоря, работа слова, то, что Маяковский называл приравнять к штыку слова, да, в данном случае имеет счастливое воплощение для меня, для моей судьбы, для моей жизни, для моей внутренней огромной, ну, как бы, такой работы, которая скрыта от всех, кроме самого автора. Никто не знает, сколько мы работаем, как высекаем эти чернила, которые потом брызгаются и окровавляют лист бумаги. В данном случае я вижу воплощение мужского дела, которое от мысли к написанию перешло в действие и захватило большое, громадное количество людей. Это самый счастливый для пишущего человека момент. Самый, наверное, счастливый. Проект «Русские маяки» изначально задумывался как проект, в котором участвуют не только люди разных возрастов, но и разных вероисповеданий. То есть те люди, которые живут в большом русском мире, с русским культурным бэкграундом. Поэтому мы обратились в фонд президентских грантов. Вот, и здорово, что они нас поддержали. Вот, и сейчас вы являетесь свидетелями, или можете явиться свидетелями фотовыставки. Очень хорошо, что нам помогали газеты. Это «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», их региональные представители. И вот так совместно мы проявили тех, кто с точки зрения народа обладает качествами, на которые могут ориентироваться люди.